Всем добрый вечер, любителям Battlefield 4. Сегодня у нас будет штурм. А сразу скажу, медведи за синих, Russian Marines за красных. Так, пошла разбежка. Идет десантирование медведей. Смотрим. Так. Танковая баталия. Розенган против Сандобимена. Небольшое тактическое отступление. Дальше смотрим. Опа, это кто у нас тут? Ого, снайпер. Дубро. Интересно, первый раз у нас снайпер на топ-листе. Так, фильм все еще на вертолете летает. Сандобимен чуть не утопил танк. И он пытается разрушить здание. Так. Сливает Розгана. Кент сливает Женик 32. Хоть и For Life снимает Данимира. Так, Арибика. Так. Женик снимает Арибика. Сейчас, наверное, будет разминировать. Да. Дальше, что у нас тут? Саддам. Наверное, не Хусейн. Смотрим. Вертолет все летает в качестве точки спама. Так, смотрим. Не отдают точку альфа, но медведи уже тут рядом. Да, минус точка А. Медведи выдвигаются на точку Б. Атак про минус ну Саддама. И олигарха. Так. Заложили на точку Б заряд. .320 фугас от Саддама. Это минус 50 тикетов. Но точка разблокирована. Заход Данимира на точку.
И он видит, что есть кто-то рядом. Так. Медведи защищают эту точку как могут. Дыма накидали, ни хрена не видно, короче. Хотя бы так посмотрю. Ну, все, минус точка альфа, точка бета. Сейчас будет выдвижение. Всех медведей минуснули. Смотрим далее. Сейчас я ссылочку накидаю. На YouTube, на Twitch. Так, отправить. Так, Артём уже десантируется к точке Б. Смотрим. Здесь подходят Арибика и Кент. Возможно, они будут ставить. Он видит неприятеля. Бойца РМ. Так, кента минусуют. На точке альфа полное превосходство Russian Marines. Посмотрим, что творится на точке Б. А тут только... Сейчас посмотрим, кто это. Так, не Рязанов. Так, смотрим далее. Да, напомню, что у Russian Marines минус 50 тикетов за использование фугаса. Так, идет танковая баталия. Розенган пытается кого-то минуснуть. И к нему заходит Сандобимен. Остается 24 жизни у танка. Все. Фактически минус. Да. Далее смотрим. О, я бы уже пропустил тут, что точку альфа все-таки минуснули. Так, Артём минусует Hoti for Life. Филин все еще на корове. И идет заход на точку Браво. Закидали дымом. Ничего не видно. Полное превосходство здесь медведей. Сейчас разбегутся по точкам, но нет. Минус атак про. Кент минус один. Не успеют, я думаю, Russian Marines подойти к точке. И минус Б.
так, как и ожидалось. Слишком мало людей было на точке Браво. Сейчас будет выдвижение на новые точки. Ребята воюют еще все еще. Но сейчас, мне кажется, будут резаться Russian Marines на своих точках. Так, Филин уже над точками. И уже Russian Marines разрезались. Тут у нас Леволюшн. А медведям пора бы уже выдвигаться к точкам. Так, кто это тут у нас? Рязанов на крыше. Так, Розган, обнаружитель цели. Еще минус 50 тикетов. Ну, елки-палки, ребята, ну читайте правила. Снаряды став. Ну, блин, ну, как это называется, ребята? Ну, несерьезно. Ой-ой-ой. Ну, могу с уверенностью сказать, что это немного несерьезно. Russian Marines, ой, не подготовились. Ну, без комментариев, ребята. Будем просто смотреть игру. Еще раз повторяю всем командам, которые смотрят, пожалуйста, смотрите правила, читайте их по несколько раз, если непонятно. На ладошке там записывайте, как шпаргалочку. Но не надо делать прям таких ошибок. У Russian Marines, как я насчитал, минус 50 тикетов. Ну, смотрим. Шарк минус Данимир. Хорни фор лайф минус Кент. Так, тут обмен любезностями. Так, Артем вычинивает Сандубимена. И замечает. Очень, конечно, неприятно, что Russian Marines не подготовились. Не почитали правила, не знаю. Все правила в группе есть, они довольно стандартно, особенно штурм аналогичен с захватом. Почему делать такие ошибки? Трастон, обнаружитель. Ну, просто без комментариев. Так, здесь Horny for Life делает минус 3, молодец. По отработанной схеме медведи забрасывают все вокруг напрочь. Дымом ничего не видно. Ставят заряд на точку Альфа. Russian Marines пытаются войти. Минус атак про. Входят. Почти. Да.
Этот раунд, как ни крути, за медведями. Честно говоря, даже не знаю, что и сказать. Я напишу сейчас командиру. Russian Marines. Ну, это не дело. Так. Тут безоговорочная победа медведей. Сегодня они вместе с Russian Marines дебютанты в штурме. Так. Но командир Russian Marines говорит, что они это впервые в топ-листе. Сейчас посмотрим, насколько они справились. Джавелины, иглы. Так, смотрим, что у кого есть. Обнаружитель. Трашлох. Правило есть правило, ни для кого исключений нету. Просто надо, ребята, читать правила. Сотню раз повторю, всех заколебу, но прошу. Здорово, Редлайнерус. Здорово. Джавелин. Так, Шарк устанавливает на Альфе, на Браво заряд. Будем смотреть дальше. Саддам прикрывает, но Браво уже разминировали. Так, смотрим, как трасс лох, блин. Пишу опять командиру. Так, ну Horny for Life хотя бы танкист исправился. Это уже хотя бы радует. И не могут Russian Marines взять. Ни одну точку.
Я думаю, ошибка была вертолет посадить. Потому что они будут именно бежать долго, упорно и нудно. Да, Redline, тут в первом раунде очень много, как так сказать, легче нарушений. И стафы были, и М320, и обнаружители. Сейчас посмотрим, исправился ли Траст. Ну, с добрым утром, да, на втором раунде. Так, ну... Так, Кальфи. Кальфи подошли Russian Marines, заминировали ее. И сейчас будем смотреть. Могут ли отбить эту атаку медведи? Остается всего лишь 23 тикета и около 10 минут времени. 10 минут более чем достаточно. Хватит ли тикетов? Вот в чем вопрос. Итак. Нет, все-таки медведи защищает точку альфа, обезвреживают ее. Но Russian Marines не сдаются. Так, это что? Ну опять обнаружитель. Ну, это что такое? Стрелка софлам, ну блин, ну как это называется, ну ребята, ну... Ой, ну как так-то, а? Ну, это несерьезно. Я даже в ступоре, я не знаю, как им тебе. Это в первый раз такое, что настолько люди не читают правила. На самом деле, это камень в огород Шарпа, он командир. Он должен был обеспечить явку команд и то есть то, чтобы команды выполняли все правила NGT. Так, Кент минус олигарх. Этот раунд и так за медведями. Слишком много, да, я согласен, слишком много. Ну, сейчас, насколько насчет раунда, сейчас мы увидим. Ну, карта за медведями. Это бесспорно, это во всех пониманиях. Небольшое разочарование. Здесь во всех смыслах полное доминирование медведей. Видна тактика. Видна слаженность. Все видно. Это, конечно, удручает. Thank you.
Если меня слушают Russian Marines, ребята, прошу вас, зайдите либо на сайт NGT, Next Game Tournaments, либо в группу ВКонтакте и почитайте правила. Запрещено М26, XM25, кроме домовых. Обнаружители целей. ОВУ-робот, Клеймор, БПЛА, МП, АПС, миномет, ТУКС, радиомаяк, Сафлам, ДУЛМ, СУАВ, ловушка ДС-3, мины ПВО, мины М20, М2 СЛЭМ, ПЛЦ, Моушенбол, Баттл Пикапы, Ставшел, активный и пассивный радар. Также кража точки с вражеской базы. Ну и, конечно же, тибэк. Так. РМ за Russian Marine за красных, медведи за синих. Russian Marines обороняются. И смотрим. Филина перестреливают. Hoti for life. Так, Данимир заложил точку. И по стандартной схеме они закидали все дымом. Ничего не видно. Но сейчас подъедет танк. И будут разминировать. Опа, как. Данимир снес трех. Сейчас, две секундочки. Я ежика приглашу. Сейчас он тоже будет. Так, ежик, ежик. Так, альфу. Смогли оборонить, но браво, все-таки медведи взрывают, браво. Инес, и уже на альфе ставят заряд. Здравствуй, Женя. Здравствуй, Сергей. Привет всем, кто смотрит. Давай тебе вкратце расскажу о первой карте. Говори, говори, я слушаю тебя, послушаю, перебивать тебе. Russian Marines не подготовились. Хороший провал получился у них. Но у них слишком много нарушений. Обнаружитель цели. Розенган до сих пор. Это техническое поражение, на самом деле. Сейчас просто игра у нас проходит. Ну, просто игра, да, по фану фактически проходит. Могу тебе рассказать, какие нарушения были. Очень много обнаружений. Пароль. Кто-то сам остался у нас? Нет, конечно. Я тебе сейчас в группе скину. Хорошо, хорошо, я ожидаю. Параллельно рассказываю. Да, параллельно буду рассказывать. Был став. Был М320. Что еще было? Ну и обнаружители целей у нескольких игроков. Знаете ли, ребята, о правилах? Ну, я написал командиру, он сказал исправятся, но не очень-то исправляются ребята, конечно. Какие карты у нас сегодня заявлены? Ну, уже первую карту отыграли, плотину. Сейчас играем Шанхай. Первый раунд? Да, первый раунд. Смотрим. Медведи уже у точки, браво. И сюда подтягиваются. Ну, браво сейчас отожмется по-быстренькому.
А нет, смотри, просто расстреливают. Russian Marines, морпехов. Какой замес серьезный сейчас был. Да, да, просто медведи в ударе. По игре. Серёж, скажи, пожалуйста, а как вообще в целом игра по уровню, что происходит? Готова ли команда вообще к данному режиму или нет? Могу сказать, что медведи готовы к данному режиму. Медведи проявили характер, я так понимаю. Да, да, они... Видно, что они готовились. Видно, что слаженность команды. Но вот удручает единственная команда морпехов. Это единственное. Подкачали знания правил. Ну, они обосновали тем, что они все-таки в первый раз в топ-листе еще пока, скажем так, думаю, не освоились. Но я думаю, после сегодняшнего дебютного провала. Открытие штурма, режима штурм. Мне кажется, знаешь, ну, было очень много времени для подготовки и изучения именно правил. И я думаю, что... Они вообще в первый раз на топ-листах, да. Да, после дебютного провала, да, я думаю, они начнут читать правила. Ну, смотрим. Вторая точка из пяти возможных у нас сейчас 30. Да, ну тут плотно засели на точке альфа. Танки, танки, танки. Я буду удивлен, если танк заедет вовнутрь, конечно. А я наоборот удивлен, почему до сих пор не сделал этого. Не, ну я бы заехал. А чё нет, я бы заехал. Двое игроков заехали, мне кажется. Да. Прям десант из медведей, но их всех минусуют. Саддам прямо там наминусовал конкретно. Так. О, все-таки заехал Сандобимен. Услышала нас. Наши да, просьбы. Я вижу, тут параллельно ребята смотрят стримы наши. Да. Но на альфу они уже заложили заряд. Филин у нас тут. Труп филина прыгает. Один в один перестрелка такая прям. Да. По технике но... действий много было или нет? Да не, не очень. На самом деле много техники было. Так, смотрим. Сейчас. Что, взорвали точку, да? Да, взорвали точку, минуснули. И сейчас, я думаю, минусну сам Сандобимена. С4. А нет, только его танк минуснули. Ну а также не заметили, кто это был. А это был Дубро. Сейчас труднее будет. Сейчас такая перестрелка двух берегов у нас получится первое время. Вот у нас Филин уже заплыв делает на точку Браво. И вся команда прям можно сверху посмотреть. Да, 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 да. Боевые пловцы. Ну что, в принципе, мишки умеют плавать. 3 из 5 этапов пройдено у нас. Один, третий этап из 5. Так, сам тут замес. Замес. Сейчас будет прорваться к Б. Все мишки отрезались на Браво. Занимают позиции. Скажем так, берут Браво в кольцо, не дают. Да, медведи на Альфа и на Браво. И сейчас Альфу сразу же. И скажем, тут такая вилка. Вот и сейчас будет замес.
Да, цель да, Браво да. уничтожена, цель Цель. Альфа, я так понимаю, тоже будет уничтожена Будет сейчас. уничтожена, просто не успеет, мне кажется, дойти. Только А один игрок нет, прибежал сейчас на Альфа. Нет, два но его боя, быстро три минуснули, игрока. да, Сандегамен рядом. Вот Так, танк кто там светит, я бы сказал, чуть с не Кастелланом. утопил танк кто-то. Да, но с Трашлох. испанской стороны тоже бессмысленно. Все, браво, минус. Что? У нас осталось еще два этапа. Да. И сейчас, мне кажется, будет опять заплыв. Но я бы прошел бы под мостом. Подмост у нас двигается один из отрядов. И также вот с дальнего Да, Браво обходят, идут уже. оплывают, скажем так, филин. Оплывает. Уже по танку работают очень хорошо. Под зеленкой танк был некоторое время у нас сейчас держит мост. Да. Они продолжают работать очень хорошо. Приходится ему сейвиться. Сейчас он будет чинить. А пловцы Так, у нас здесь плывут. филин прямо обходит так четко-четко. По дальнему лайну, да, Да, видим. по Там вообще дальнему, колеи на да. медведей. Видит противника, минусует Садама. Тут же на памятник заварушка у нас. Но на такое ощущение, что Russian Marines не видит на памятнике никого. Нет инфы. Все, появилась инфа. Ну да, вот Заметили. сразу стянулись на центр. Да. Но это больше как, я думаю, будет отвлекающий маневр, потому что по другому лайну медведи тоже заходят. Но нет. Тут боец Russian Marines их ждет. О, Браво, вот браво, давайте сейчас будут взрывать. все-таки будут взрывать. Вот два игрока сейчас здесь недалеко от Бравы, но преимущественно в количестве 5 человек окружили Браво. И вот с памятника у нас 2 человека сейчас, 3 человека двигается, и вот на Кашкай сейчас будет замес. Минус один. Но все Нужно равно, поискивать. я думаю, не успеют зайти, ребята. Да, на Браво один Да. зашел, его тут же минусанули. И На Альфу Альфу уже у нас. сразу. Сразу же Альфу. Но тут подъехал танк, пытается разобраться. Взрыв-то все равно будет, потому что игроки сейчас просто будут сеяться. Да. Вот сбоку уже по танку работать промазал. Я бы на танке просто подъехал вплотную к этой точке, честно говоря. Чтобы на мне разрезались Согласен. люди. Так. Кинул сбоку хороший спаун. Вот у нас тоже техника Да. с дальнего лайна заходит сейчас. Просто пехоту будет разбирать. Танк сейчас оба включили зеленку. Так. И вот танк на лайн. Все, у нас осталось последние точки. Танк Последний этап. бросили, танк бросили, смотри. Не дай бог заберут. Да, Что забрали заберут танк. или нет? Забирают. Но Забирают тут танк. уже оплошность команды. Да, Russian Marines. Russian Marine, соответственно. И вот сейчас И две наши любимые смотрим. точки. Они так расположены приятно. Очень близко друг от друга. Тут замес просто на обеих точках одновременно происходить Если будет они сейчас. зайдут на Альфа, медведи, то легче будет на Браво Согласен. спуститься и контролить ее. Вот Но вот сложно Альфа, уже потому что там простреливаемо со всех сторон, абсолютно со Russian всех. Marines занимают позицию. Да, сейчас Посмо приземлились посмотри, игроки. На раз. Браво у нас три игрока. И Да. три игрока, два игрока на центре и два игрока на Альфа. Вот начинают встречать они уже. Да. Танк двигается у нас по левому лайну. И игрок по левому лайну также двигается. Не вижу кто, потому что я смотрю сверху именно по действию игроков. И вот танк, откуда он заходит Я сейчас со с свободной игроками. камеры смотрю и резаются. Это Рязанов и не вижу филин, кажется. А сзади игрок уже Russian Marine заходит. Сзади танка. Да. Что, заметят танкового или нет? А это кто такой, Сэм? Замечает. И заложили заряд. Так. Посложнее будет, я и сказал. Ну нет, Я Браво вот уже гуляет у Браво нас. все-таки
Пережали. Не успеют игроки стянуться на браво сейчас, не успеют, танк тут же встречает, будет цель. У меня единственный вопрос, почему на альфе никого не было наверху? С альфы очень хорошо простреливается Б. Ничего себе, что танк сделал там. Кикфлип, блин, Артём. Сейчас просто дабл хороший сделал сам Добимен. Два танка, вот и все. И все. Я думаю, уже все. Альфа. По убийству у нас отряд Браво в составе Филина, Атак Про, Данимира, Ривика и Кента. Набрали 91 убийство, 54 смерти. Это максимальное количество убийств из 4 отрядов. Извините, ребята, что не читал Twitch. Да, я вижу. Вообще у Russian Marines техническое поражение уже давно. Уже очень давно. Не подготовились ребята, не прочитали правила. Был М320 и став Shell, и обнаружитель целей. Все было. Все, что нельзя. Но, да, тут полное доминирование в любом случае медведей. Три раунда они выиграли. И сейчас просто, ну, игра, скажем так, по фану. Но медведям лучше не расслабляться и не нарушать правила. Что, четвертый раунд ожидается? Последний, да, это получается. Последний раунд. Да, ребята, я все видел. Я уже просто не говорю, что какие-то нарушения тут уже... Даже, в принципе, и говорить. Женя заценил? Видишь, этот, как... Да, на сгентарном из баннер. Да, я над ним мучился месяц устанавливать. Не ставился он почему-то. Я в один прекрасный день его просто заработал. Главное делать. Наверное, проверку дейсов прошел. Так, шучу. Вот они у нас, две точки сейчас. Да. И сейчас посмотрим, как будут оборонять точки медведи. Напомню, в прошлый раз наши Russian Marines не смогли взять ни одной точки. Были попытки заложения, но ни одна не удалась. Все разминировали. Медведи. Отчет прошел, пошла разбежка. Что, поехали? Четвертый раунд? Да, блин, поехали. Не идет дело ни о каком раунде престижа у нас. Ну да, тут просто уже игра просто по фану, на самом деле. Не забываем, что нас еще ожидают завтра игры. В воскресенье игры также будут. Видите, в группе за новостями. Да. И для вас будет хорошая новость, я не буду комментировать больше. Тут просто форс-мажор произошел. У каждого личная жизнь. Ее устраивает. Да, Женя? Я только с работы приехал сразу. Ну да, да, да. Мы тебе поверили. Мне интересно, работает 21.00 по Москве. В Барнауле это уже 12 часов 21.00. Пока развезут, и, к сожалению, вот только в это время получилось приехать. С удовольствием бы оказался здесь сразу раньше, то есть не планировался оказаться раньше, но мне все сильно. Женя, я стебусь. Не принимай слишком близко к сердцу. Да нет, это просто сильно предупреждал. И вот сейчас я смотрю, что Браво и Альфа пока не удается зайти игрокам. Ну я как раз тестирую, сразу стримлю на Twitch и на YouTube одним махом. Можно стримить. Браво, заряд установлен. Вот и поехали, дорогие друзья. А, я далеко от Браво. Что-то я проморгал так. Вот тут прямо, ну, смотрите, вот это называется М320, ребята. Вот это называется нарушение правил, блин. Браво стоит, не снимает. Вот. Браво.
Розенган до сих пор с обнаружителем. Четвертый раунд ходит, блин. И зажигалочку кидают. Молодцы, ребята. Хотя, в принципе, кажется, зажигал, когда речи не идет. Другие команды, которые планируют в ближайшее время отыграть данный режим, да любой режим, в принципе, внимательно ознакомьтесь с правилами, потому что вы можете выигрывать 3 раунда и на 4-м раунде просто техническое поражение получить. Будьте внимательны. Да, это как, так как это сделали медведи. Техническое поражение у них было. Хотя они раунды выиграли. С да, натяжечкой. Пример у нас имеется. Да. У нас, мне кажется, уже все примеры имеются. Дорогие друзья, не забываю, заходите в группу vk.com, ANG Tournaments. Вся информация имеется там. Также имеются администраторы, которые с удовольствием помогут вам в любом вопросе. Если что-то непонятно, зажигалки сразу можно. Задавайте их, чтобы не было данных казусов. Так, да. Ну, это и первая, в принципе, точка, когда вынесли Russian Marines. Сейчас медведи просто... Да, от Russian Marines, которые вынесли. Ну, для них это второй раунд, как бы, по два раунда. По два раунда, я имею в виду. Да. Так... Смотрим. На Альфе всех вынесли, но Russian Marines не пытаются даже зайти. Да, уже быстро спавнились. Разберут ли ее или не буду даже трогать? Ну, я думаю, танк подходит. Сейчас будет, да, бой танков. Ну, я думаю, есть у меня такое ощущение, что Альфа все-таки вынесут как-то. Медведи чуть-чуть подрасслабились. Непонятно, к сожалению. Посмотри на зенитку, просто стоит. Это не зенитка. Кто это? Я сам забыл, как называется. Сразу не машинка сидит, для возрождения. Просто я в технике в Battlefield. Я просто забыл, как она называется, и настолько редко пользуюсь. Для меня все, что БТР, это БТР, все, что танк, это так. Но... Все. Остальное все для меня. Зенитка, машинка. В углу парня зажали. Да, просто. Розенган. Да, Розенган. Он держался там, сделал 2 минуса. По массе, да? Да. Фомас, в принципе, разрешен на этом режиме. На штурме, да? Да, но не разрешен М320, который он использовал уже раз 100, наверное. Хорошо, доигрываем игру. Сколько сейчас, кстати, зрителей смотрят? Сейчас 7. Ну, было классно, больше. Всем привет. Да. 80 с лишним. Ну, это уже все. Это тикет. Но один остался. Представь, сейчас на одном тикете. Да. А был ли сегодня гост в комментариях у нас? Вот мне интересно. Я не знаю. Так. Его трудно было бы не заметить. Что, один тикет? Ну, все, игра закончена, в принципе. Ну да. Да. Заканчивается. Да, госта, кажется, не было. Так. Побеждает у нас сейчас. 4-0 получается. Раунд завершен за медведями. Да, и сейчас я спрошу у медведя, кто будет... Кто от Russian Marine будет на интервью, мне больше интересно. Ну, сейчас я спросил тоже. Ожидаем сейчас игроков. Вопросов будет немного, я думаю.
сейчас приглашу первым виновника Так, сейчас, где у меня тут шарк? Так. Пошел Шарк у нас. Да, Шарк. Здравствуй, Шарк. Настройки тусовки, пожалуйста, проверь. Чтобы при показе микрофон был разрешен. Да. Сам взял. Спасибо большое. Здравствуй. С дебютом тебя. Успех, да. Да. Наверное, Сереж, я начну, потому что у меня вопросов вообще немного, я пропустил почти всю игру, к Хорошо. Сожалению, или часть. Шарк, эмоции от игры. Понравился вообще штурм в целом? Что сделали? Что тренировали, не тренировали? По правилам, что не так? Расскажи вот обширную такую картину данного матча, который у вас был сегодня. Ну, сама игра нам понравилась, но у нас был не больше, чем игра, а больше, чем кипиш какой-то сплошной. Потому что в турнирах мы участвуем первый раз, даже не в турнире, а в топ. И сыгранности у нас ноль, при всем при этом мы еще играем только на хардкоре, а тут пришли на софт, поэтому сложности у нас сильные возникли. В дальнейшем, наверное, будем тренироваться. Да, именно за хардкор, наверное, такой респект лично от меня. Да, Женя любитель хардкора во всех смыслах. Потому что действительно сложно играть на хардкоре, все это прекрасно понимают, в отличие от софта. Поэтому я вас прекрасно понимаю, что действительно для вас трудно было. Но мне кажется, здесь именно командные действия должны были не подкачать вас. Вот что пошло не так? Не подготовились именно к такому режиму? Или просто команда набиралась так же быстро в кипише, ты говоришь? Ну как у нас получилось? Да, заявлены были другие люди, с кем мы обычно тренируемся, ходим на игры. Ну, здесь уже по семейным обстоятельствам, кому на работу, кому куда, пришлось других звать, более молодых, кто с нами редко появляется, и вновь вступившие в отряд. А, Шарк, вопрос от зрителей. Будете ли вы на захват заявляться? Да, поступило. От отряда поступило больше захват, чем штурм. Поэтому да, будем. А на превосходство? Превосходства нет, наверное. Пока нет. Пока нет. Шарк, у меня к тебе очень большая просьба. Пожалуйста, каждому члену своего клана раздай, пожалуйста, правила. Правила NGT? Да, потому что был обнаружитель. Причем кое-кто его даже не снимал. М320, это гранатомет. А став был. Ну, фактически все было. Я правило, очень прошу. Да. Ну, понимаем, также понимаем, что состав был набран вот скомканно, быстро. Возможно, это повлияло на внимание правил. Просто, может быть, дашь ссылку либо на ВК, чтобы ребята там почитали, как, что, посмотрели. Потому что если бы вы сейчас бы выиграли, это было бы на самом деле неприятно, потому что мы бы вам засчитали техлуз, техническое поражение. Ну что ж, Жарк, получается, мы ожидаем вас в ближайшее время на захвате. И также, думаю, если в штурме вам бросят вызов, я думаю, вы примете его. Обязательно все примем и на захват уйдем. Да. Там для нас полегче будет. Ну что, ждем вас на захвате. Спасибо твоей команде. Передавай от нас огромный привет. Удачи вам, тренировок побольше и хорошей игры. Отлично, все, спасибо. До свидания. Спасибо. Пока. 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 Что ж, теперь ожидаем игрока медведя, так понимаю. Так, да, я сейчас спрошу, какой. Так.
Так. Опа. Небольшие технические неполадочки у меня. Ой. Я прошу прощения. Жень, я тебя сейчас на данный момент не слышу. Можешь Рязанова 13, Рязанов 13 найти через меня в друзьях. У меня сейчас немножко небольшое зависание видео. Я тебя не слышу. Давай. Так, что такое? Жень, пожалуйста, Рязанова 13, потому что у меня технические проблемы. Да, блин. Сейчас я пытаюсь что-то сделать. Потому что... Да. Две секундочки. Windows 8 на меня обидел за то, что я не обновился. Так, смотрим. Так, как? Так. Сейчас две секундочки, я уже тут. Я прошу прощения, небольшие технические у меня неполадки. Так. Ждем. Устраняются неполадки. Я уже устранил. И да, я уже устранил. Я тут. Завтра у нас, ребят, ожидается также одна игра и в воскресенье. Не забывайте смотреть, комментировать. Ждем вас. Потому что игры будут, думаю, очень интересными. И вот он зашел, Рязанов. Здравствуй, Рязанов, Вова. Привет. А! Его не слышно. В приглашение ему нужно будет отправить. А, нет, он может перезайти в закрытую тусовку, если его приглашали. Да. Владимир, привет. Сразу проверь настройки тусовки, чтобы звук микрофон при показе был разрешен у тебя. Да. Все, все, настроил. Все, всем привет. Вова, привет. Давай, тоже так. Рязанов, привет. Поздравляю вас с победой. Давай, наверное, начнем тот же вопрос, который я задавал Шаркову. Эмоции от штурма. Как вам игра вообще в целом? Понимаю, победа, но все равно. Эмоции какие-то были от штурма, потому что режим долго никто не заходил здесь, никто не играл. Вы первооткрыватели вместе с Russian Marines. Понравилось ли? Вот на самом деле очень понравилось. То есть в КВ штурм еще ни разу не играл. Вот это тоже первое. И такая динамика хорошая, прям вот перестрелки постоянно. И очень важна командная работа.
В общем, впечатление просто отличное, на самом деле. Все понравилось. Думаю, по командной работе у вас все получилось прекрасно. Ну да, там, конечно, были небольшие немножко ошибки, то есть вот готовили немножко это, получилось не так. Но в целом результат нас устраивает, поэтому, я думаю, все прошло более чем хорошо. Скажи тогда, пожалуйста, еще такой вопрос. Какие-то тактические действия изначально, вот я понимаю, вы готовили, но все ли сработало? Даже, понимаю, победа, но все же. Все ли тактические действия сработали у вас на штурме? Ну, не совсем все. Там танк часто сливался немножко у нас. Тут иногда чинило, убегал. Там один игрок у нас. Веселые моменты были, да? Ну да. Не, ну в целом, вся игра была веселая очень, на самом деле. Шутки постоянные. По теме нет. Лишние разговоры в том числе. Но это детали уже. А так? Там, ну, да-да-да. Где в ближайшее время ожидаем вас? Вот перебил тебя, но допортил момент. Где ожидаем вас? Ну, в воскресенье с РУТМ играем, он захват. Как сказал Денимир, будет парочку сюрпризов. Вот, а так, надеюсь, в скором времени сыграем ответную игру с Quacking Duck при восходстве. Готовитесь? Ну да, готовимся. Главное, чтобы мы собрались все, могли собраться. А так-то, ну, конечно, тоже готовимся больше морально даже, чем по тактике. Ну, удачи вам на игре. Спасибо большое. Ну, лично у меня вопросов нет, Серёж, может, у тебя вопросы какие-то имеются? Так, утверждение, чтобы все сюрпризы были в рамках правил. Ну, мы постараемся. Что значит постараемся? Я вам постараюсь, блин. Нет, все, думаю, будет здорово от ребят с Медведей. Один раз они уже наступили на грабли, я думаю, не повторят они свои ошибки. Ну, сюрприз сделали. Я поздравляю твою команду, думаю, все NGT тебя поздравляют и вашу команду. Удачи вам. С дебютом. С дебютом на штурме, да, кстати. Да. Спасибо. У вас первое место. Да, это первое место, да, неожиданно такой поворот получился. Удачи вам на тренировках, удачи вам на основных боях. Спасибо за игру. Спасибо вам, спасибо всем зрителям, спасибо нашим соперникам. Все, вам тоже удачи. Все, счастливо. До встречи. Пока. Итак, подведем итоги. В сегодняшнем топ-листе штурм 8-8 выигрывает команда «Медведей». Отсюда следует, что «Медведи» первое место, Russian Marines второе место. Завтра... Да ладно? Да представляешь. Ну, может быть, кто-то только что зашел. Включу кэпа. Завтра у нас что, с РУТМ? Получается. Либо с... У нас завтра играет... Сейчас я тебе скажу, кто, да? Мы не будем. Да. Должен вроде бы ВВС завтра играть у нас. Видишь, не завтра. Так, я не помню. В общем, как... завтра игры будут. Да. И послезавтра вы уже это узнали. Сейчас просто зайдите в группу, посмотрите. Все анонсы будут там. То есть просто ожидание анонса в группе. Группа, как я сказал уже, vk.com/ngtournaments. Заходите, вступайте, зовите друзей. Всем очень рады. Ну что ж, я думаю, итоги подведены. Победа... Команды у нас «Медведей». То есть теперь ожидаем следующие игры по следующим режимам. И если есть желание заявиться на штурм, обязательно это сделайте. Мы ждем вас. Сегодня с вами были Серый ZX и Евгений Ёжик. Где-то там Евгений Ёжик. Да. Всем удачи. Всем спасибо. И пока.